Всем привет, ребята! Сегодня буду разбирать планетарку восьмерку Шимана с ножным тормозом на барахолке. Был велодеребан. И вот такая восьмерка планетарка. 26-й обод с шифтером. Гайки, правда, сквозные. Вот, шайбы есть. Посмотрим, шайбы, по-моему, с велосипеда голландского, где идут горизонтальные дропауты. Но это ничего страшного, у меня шайбы есть под любые дропауты. В общем, короче, вот такая вот планетарка. Я ее еще не разбирал, распаковал. Так, в общем, обод 26-й, алюминиевый усиленный. Обод называется Dynamix. Вот обод Dynamix. Made in Germany. Короче, Германия. Полный комплект, установочный комплект. Звезда хорошая. Не слизанная, ничего, нормальная. Шифтер. Здесь он грязный. Еще не разбирал, не чистил, но зато есть гаечка, которая иногда теряется, и люди потом либо звонят, спрашивают. Ага, рубашка убита, но рубашку по-любому будем менять. Такая вот. Так, главное, что здесь крутится. Сейчас попробую ее завести и попробовать. На восьмой стоит, да? Шестая крутится легко. Первая. Так, есть такая штука. Самое главное, как говорится, если кто-то покупает бэушную планетарку, особенно с разборки, и которая еще не была в ремонте, самое главное на почте сделать вот так: поставить установочный комплект, ну, взвести пружину. Вот. И попробовать. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Ну, вот она переключает. Вот. Плохо возвращает, потому что видно грязи здесь. Маска повытекала. Но даже если бы она и не возвращала, все равно, как говорится, я-то это могу разобрать. У меня есть несколько восьмерок на запчасти. То есть, как говорится, если какая-то где-то пружина поломана или что-то не так, я могу с тех планетарок, которые у меня под запчасти, достать и поставить. А вы, если кто-то покупает планетарку, допустим, вот как велоразборка была, и купил планетарку, запаковал человеком планетарку, пришла планетарка, самое первое, я говорю, что на почте возьмите, поставьте. Вот, вот так. Тут занимает 2 минуты. Сюда вот гаечку завести. Вот здесь такая штучка, за нее, под эту штуку, и вот так вот. Раз, и все, и попробовать. Так, если возвращается, уже хорошо. Пружина там на месте стоит. Я потом буду показывать, как я взвожу пружину, одну и вторую. У меня в одном видео есть планетарку, я разбирал восьмерку. Но пружину я не взводил, потому что там так пальцы бьет сильно. Бывает такое, аж разрубует. То есть я себе купил такие вот зажимы. И вот я там пружинку зажимаю и взвожу. Когда-то я без этих зажимов делал, и меня так по пальцам било, аж разрубывало здесь палец. Так, сейчас на четвертую поставлю, посмотрю, что по меткам. Вот на четвертой скорости метки не совпадают. Не видно, да? Сейчас вот так вот попробую. Ничего не видно. Освещение плохое у меня в гараже. Ничего страшного. Ладно, метки не совпадают. Сейчас попробую вывести не в ту
эту сторону, ага, значит надо тросик натягивать. Так, есть. То есть вот этой вот, вот этой вот крутилочкой я кручу, и двигается вот эта вот штука. Сейчас я ее назад отпущу. Оно видно будет. Вот, пошла двигаться. Обратите внимание на красную и желтую метку, вот, для ориентира двигается. А в этом окошечке, вот в этом окошечке, вот в этом окошечке стоят две метки. И они должны совпасть между собой. Не так, не так, а именно вот так. Я потом дальше все подробнее объясню. Покажу его сейчас. Я натягиваю. Все работает. Так, ладно. Снимаю. Сейчас зажму в тиски. Вот такой вот шифтер. Еще даже и в неплохом состоянии. Работает легко. Его я тоже потом разберу. Ну, чуть-чуть почухано. Но это естественно, потому что планетарка не новая. Так, это в сторону, это сюда. Так, в общем, вот планетарка SJ8C20. C означает с ножным тормозом. И вот так, может, будет лучше видно. Экранчик маленький на фотоаппарате. И чуть-чуть плохо мне ориентироваться, как правильно снимать. Так, вот такая планетарка. Главное, что спицы с нержавейки. Вот это мне очень нравится. Так. В общем, сейчас начнем. Так, в общем, я поставил планетарку. Гаечки вот такие с шайбочками. Хорошо идет по резьбе. Резьба совпадает. Единственное, что мне не нравятся такие гайки, я буду их менять потом на колпачковые. Сейчас я попробую. Вот так вот, я думаю, будет. Так, планетарка крутится. Собачки работают, слышно. Буду разбирать. Так, и вот шайбы. Под велосипеды с дропаутами, которые идут не горизонтально земле параллельно, а чуть-чуть, ну короче, как у нас на Украинах на велосипедах, вот такие дропауты, то есть используются вот такие вот, сейчас покажу, шайбы, используются вот такие вот шайбы, что с семерки, что с восьмерки планетарки, серая и черная. Там они разные по цветам идут. Есть еще зеленые, синие. О, секундочку, кто-то. Так, чуть-чуть отвлекся. В общем, вот эти вот, вот здесь видно, как идут сами вот эти вот, не на этой, да, вот, 7R5R. Здесь отверстие идет чуть-чуть наискосок от этого усика, а здесь отверстие идет в эту сторону. Ну, то есть для велосипедов такого класса Украина, там дропауты идут чуть-чуть. Ну, сейчас я покажу. Сейчас. Так, в общем, вот. Вот такие вот дропауты. Это как на велосипеде Украина. Используется серая и черная шайба. Ставятся они вот так вот. Вот сюда вот. И не дает вот этот усик провернуться планетарки. А те остальные, которые я только что показывал, идут для дропаутов, которые идут параллельно земле. Они вот так вот ставятся.
Подшипник грязный. Шарики все на месте. Не побитый. Так, тормозная. Ладно, сейчас сниму. Так, раз. И тормозные колодки. Все отмоется, все почистится. По внутрянке нигде ничего не побито, это хорошо, потому что бывает такое, разлетается подшипник и бьет вот эту вот канавку, вот эту вот канавку, и все, и надо потом искать этот вот фланец сам, или как это правильно называется, сам корпус. И здесь все на месте, все ровненько, все хорошо. Стопорное колечко аккуратно снимаем. Вот. Сюда его. И вот так вот аккуратно вытягиваем. Здесь вот есть язычок. Вот он этот. Сейчас вот этот язычок. Он бегает. Я ее разверну и покажу. Вот эта канавка. Вот эта канавка, куда вставляется вот, вот этот вот язычок. Он ходит. И получается, когда сломана пружина, какая-то собачка поднята. Провернуто и поднято, и получается невозможно вытащить вот эту вот штуку. Так, сейчас это пока поставлю сюда. Сейчас я покажу, как это разбирается. Но полностью разбирать ее не надо. Нет в этом никакой нужды и необходимости. Сейчас дойдем до нее. Вот у меня вот такие тиски есть с высокими губками, чтобы, в общем, короче, получается, вот эта шесть, она должна стать между алюмишечками этими. И теперь кияночка у меня. Ладно, сейчас аккуратно молоточком. В общем, вот этот вот, вот этот вот усик один. И вот этот вот усик один. И я себе сделал такую вот штуку, мне токаря вытащили. 15 миллиметров наружный диаметр, четко попадает на вот эти вот усики. Это для того, можно просто взять и выбить, постукать по оське вот сюда вот, вот такими вот аккуратными движениями, и это все выпадет, но у вас вылетит пружина, ее очень сложно вставлять. Сейчас я попробую с помощью вот этой вот наставочки. Я-то ее взведу, но если вы никогда это не делали, то, конечно, вам будет тяжело потом взвести. Вот, короче, аккуратненько чуть-чуть выбил. Можно попробовать конус. Нет, конус не идет. Значит, тогда берете легенькую отверточку
Так я, короче, и не сделал пропилы. Я как-то показывал в одном видео, что надо сделать пропилы для того, чтобы дальше пробивать. Ну, восьмерки редко попадаются мне. И вот так вот аккуратненько. Есть. Это выбилось. И вот смотрите. Здесь пружинка вот эта вот. И пружинка вот так вот. Вот она. Она в форме конуса сделана. Конус сюда вставляется. Сейчас мы до этой штуки вернемся. Так, сейчас это уберу. Так, смотрите. Вот для чего я показывал выбивать наставочкой по вот этим вот усикам. Для того, чтобы вот эта пружина, вот этот вот механизм остался на месте. Если вы никогда не разбирали вот эту восьмерку и вы выбьете по оси, будете бить, у вас это все вылетит, и вам очень-очень сложно будет потом это все собрать. Поверьте мне, я не с первого раза и не с десятого раза все это научился взводить эту пружину. И смотрел видео, и показывали вверх ногами, переворачивали, зажимали. Ну, короче, как сказать, для себя я выбрал один из способов, который я нашел в интернете, как правильно взводить пружину, я потом покажу. В общем, короче, для того, чтобы просто сделать ТО планетарки в домашних условиях, вот это аккуратненько надо бить по этим усикам. Сейчас я их поутираю. Вот эти усики. Этот весь механизм выйдет, и вы спокойно сможете потом на место это все собрать. Но если уже вылетело, значит, ну что ж, значит так, будете собирать. Так, эту штуку проворачиваем и снимаем. Сейчас, вот она снимается вот так. Вот. Вот эти два усика, и вот одно посадочное место и второе. Эта штука вот так вот сюда одевается, потом проворачивается и садится. То есть надо вам поднять, провернуть и снять. Эти усики здесь крутятся. Это в сторону. Сейчас я подожму. Так вот. Так, сейчас я покажу, как это все разбирается. Ой, левой зажимаете вот эту штуку. Вот так вот. Проворачиваете и аккуратно отверткой поддеваете для того, чтобы снять вот эту вот штуку. Вот она. Здесь есть цифра 3, цифра 8. Так, вверх ногами. То есть вверх ногами это острая, к вам лицом вот так вот ставится. Здесь гладенькая. Разница между восьмеркой. Вот здесь вот троечка. Сейчас я вытру. Вот. Если видно. Сейчас вот так вот. Вот сверху троечка. Снизу восьмерочка. Если вы так поставите или так, разницы нет. Провернули и посадили. Эта шайба, она так просто не оденется. Надо только провернуть и посадить. В общем, разбираю. Поворачиваю. Так, снимаем. Затем идет вот эта штука. Так вот она идет. Что на место поставить надо. Здесь никаких меток нет.
в эти прорези вставляется вот эта вот штука. Вот так. Здесь есть вот такие вот пазики. Они становятся... Они одеваются вот так. Видно? Сейчас посмотрим. Сейчас я приближу. Вот, навелся фокус. Так, то есть вот эта вот штучка... Вот эта вот штучка, на ней вот есть вот, вот такие вот штуки. И когда одевается, здесь тоже есть выступы. Вот они. Когда она одевается, эти выступы должны друг до друга вот так раз и упереться. Но я буду собирать и потом покажу. Значит, снимаем. Сюда ставим, это сюда, это сюда, это сюда. Затем эта штука снимается аккуратненько вверх. Здесь есть две собачки и вот два усика вот таких. Вот один усик и вот второй усик. Они потом становятся вот сюда, вот сюда. Так, есть. Теперь вот этот блок. Сейчас оно как разлетится все у меня. Ничего. Ничего страшного. Сейчас я его вытащу. Так, одна пружина уже выскочила. Вот здесь вот блок с другой пружиной. Я покажу тоже, как это все вставляется. Здесь тоже нет никаких. Вот так вот. Я его сейчас разберу и покажу, как его собрать. Вот этот вот блок само сложно собирается. Так, как бы его так снять, чтобы по рукам не получить. Все. В общем, вот. Одна штука, вторая штука. Вот одна, вторая, вот третья. Эта штучка, запомните, вот этими вот штучками становится вот сюда. Посмотрите. Так вот становится. Потом эта пружина, потом вот это вот так. Так, это есть. Разобрал. Но затем здесь еще одна пружина есть. Вот она. Эта пружина вытягивается. Есть. Вот такая вот пружина. Один усик и другой усик. Что так поставите вы ее, когда будете взводить, что так, разницы нет. Затем. Хорошо видно. Так, вот эта штука, вот она вот так снимается. Она состоит из двух железяк. Сейчас. Вот так вот, смотрите. Вот первая железяка. И вот вторая железяка. Сначала ставится вот эта железяка. Но здесь вот под этот усик. Место есть посадочное и под вот эту вот выступ. То есть вы ее никак по-другому не поставите. И сверху потом одевается вот эта вот штука. Вот. Теперь самое главное. Вот эта пружина будет цепляться. Цепляться. Вот здесь есть крючочек. Вот эта вот штучка будет цепляться за пружину, то есть чтобы вы сразу знали. Я буду показывать вообще. Так, это я сниму вот так сейчас. Так, в общем, смотрите, вот так мы с вами разобрали эту всю штуку. Здесь осталось шестерня, ось и вот этот вот механизм с собачками, который прокручивается и блокирует вот здесь внутри
вот эти вот штуки, они отдельно крутятся, их там три, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Раз, два, и вот там третья, который блокирует вот эти вот шестерни. Сюда лезть не надо, ничего здесь такого, как сказать, срочного для промывки нет. Просто хорошо вымыть, помазать смазкой, и потом назад вот так вот все это вымыть, помазать. И вот так вот пошурудить. Вот. Вот это вот не надо стопорное кольцо снимать, это снимать, потому что собачка вот это вот эта собачка вылетит. Вот где-то еще одна, по-моему, должна быть. Вот собачка вылетит. Все, пружины повылетают. Будете потом долго искать. Сейчас я это все помою. Насухо вытру. Буду собирать на чистую, без смазки. Потому что там в одном комментарии написано было, типа, надо снимать без маски для того, чтобы было понятнее. Ну, действительно, да, для того, чтобы было понятнее, я сниму без маски. Это потом все это смажу. Так, ну ладно, пока все. В общем, начал вымывать все и не показал. Уже почти все перемыл и забыл показать сам вот этот вот механизм. Здесь стоят две собачки внутри и две собачки вот. Их тоже не надо разбирать, не надо туда лезть. Это все лишнее. Вот это все просто, как говорится, херня. Так, вот сам конус. Так, вот конус вытягивается. Подшипник. Подшипник целый, не побитый. Сейчас я посмотрю. Внутри как у нас обстоят дела. Так, здесь все целое. Конус целый. Ну и подшипник сам. Так, ну короче, вот я уже потихоньку повымывал. В общем, я хочу сказать, планетарка хорошая, даже не хорошая, отличная. Все шестерни, все целое. Вот это вот. Видите, как она назад возвращается? Здесь внутри стоит, я же говорю, пружинка. Сейчас, если ее видно будет отсюда, не видно. Вот как она возвращается. Раз, туда нефиг лезть. Не надо ничего там раскручивать, выкручивать, снимать, выбивать. Помыли, все хорошо, потом смазать, и все будет хорошо. А вот тормоз. Такое ощущение, что планетаркой практически не пользовались. Потому что даже сами колодки тормозные, они не слизанные. Потом еще посмотрю внутри в этой, в корпусе. Так, ладно, сейчас я все перемою и начну. Так, ребят, смотрите, вот, короче, ось я зажал в песке.
Вот так вот. Я снял. Мне удобнее одевать на оси этой. Кому-то неудобно, мне удобно. Вот. Все, вот она стоит, эта пружина. Когда мы ее оденем назад, вот эта вот штука, на ней есть такой вот, вот здесь тоже усик такой, прорезь. Здесь все целое, а здесь прорезь. И эта штучка будет цепляться вот здесь за этой прорезью, за вот этот вот усик. Одеваем. Сейчас я разверну. Так, берем, вставляем и отверточкой чуть-чуть. Так, вот у нас эта прорезь зацепилась за этот усик. Затем берем пружину. Здесь есть маленький усик и большой усик. Маленький усик у нас должен зацепиться вот здесь. Вот здесь на этой штуке, на пружинке, на этой выступ. Вот, вот этот выступ. Вот эта штучка должна, это мы будем взводить, значит вот так, с этой стороны должна зацепиться. Вот так вот. Эти два выступа для того, чтобы пружина, легла в них. Вот так вот. Вот. Она не должна одним краем сюда выскочить, как вот так вот, допустим. Она должна сюда стать. Вот из-за чего говорю, это очень сложно так сделать. Постараюсь вам все это показать. И опять же, так, этим усиком одеваем на пружину. А, ребята, подождите, совсем забыл, надо сначала одеть вот так, потом берете вот эту вот штучку, здесь есть две точечки, точечками вверх. Вот насколько оно все тут так запутано, сложно. Вот так вот должно оно стать. Вот, точечками вверх. Сейчас одеваю эту штуку. Цепляю за пружину. Затем одеваю эту штуку. И беру плоскогубцы. Зажимаю вот эту вот. Твою мать, с пружинки слетела. Зажимаю здесь, прокручиваю и сажу. Так, за усик зацепил. Сейчас посмотрим, видно. Значит, смотрите. Слышали щелчок? Вот она назад села. Вот сейчас она уже, видите, возвращается назад. Пружина разведена. Сейчас я вытащу опять. По-новому покажу. Это мы взвели, получается, вот эту вот штуку. Сейчас я ее вытащу. Так, смотрим.
Здесь за язычок зацеплено, здесь нормально. Вот этим вот цепляемся за пружинку. Есть. Вставляем двумя точечками вверх, вот в эти два пазика. Есть. Плоскогубцами цепляем вот здесь, прокручиваем и садим. Есть. Все. Для проверки. Сейчас вытягиваем. Слетело. Так, наверное, это все с видео не буду вырезать, для того, чтобы вы видели, как оно все так не очень легко и просто это все делается. Чтобы вы видели все вот эти вот нюансы, как это все долго, как это мучительно, потихонечку, не спеша. Освещение вроде в гараже нормально, но фотоаппарат у меня старенький. Может быть, где-то блики мерцают. Что ж поделаешь. По крайней мере на камеру Sony такую маленькую для, как сказать, экстремальных съемок. Денег нет, потому что она стоит 15 тысяч гривен. Это сильно до хрена для меня. А я не зарабатываю столько, чтобы купить себе, ну, позволить себе и купить камеру просто для того, чтобы в гараже иногда так снимать. Есть, она у нас села. Эта штука вся. Сейчас проверяем. Назад возвращается? Возвращается. Так. Так, затем у нас идет вот такая вот штука. На ней тоже есть усик. И вот эта вот пружина. Это вот пружина. Сейчас я разверну ее опять. Вот смотрите, вот эта вот штука. Вот на нее такие вот прорези, они становятся сюда. Вот этот вот язычок, за который будет цепляться пружина потом, вот так вот, должен стать. Если мы сюда заводим, сейчас вот так должен стать. Ладно. Так, смотрите, это вот что. Нет, с этой стороны мы ж натягивать будем. Провернулась. Сейчас разверну.
остановлюсь еще. Все держится. Так, сейчас гайкой зажать без фанатизма. Есть, она стала все на свои места. Комплект этот установочный. Все возвращается назад. Значит, пружины все у нас взведены как надо. Так, теперь на другую сторону переворачиваем. Так, вот начинаем теперь собирать планетарку с другой стороны. Берем вот этот вот узел. Одеваем сюда. На месте. Здесь вот есть меточки. Вот. Одна, вторая, третья. Но эти метки нужны для того, когда вы будете разбирать вот эту вот пружину. Вытягивать. Но я говорю, не надо ничего вытягивать. Все оно будет работать и так. Так, одеваем подшипник. Есть. Затем вот эту штуку. Вот смотрите. Вот этот вот язычок, который бегает, должен зайти у нас вот сюда. Так, сейчас поверну к свету. Вот, должен он сюда зайти. Не до конца, потому что мешают собачки. Собачки одну придавить на. Все есть. И сразу видно, здесь вот остается место для колечка этого стопорного. Так, теперь берем
здравствуйте, я хочу сказать, планетарка. Состояние новое. Везде все хорошо, нигде нет царапин, ничего нет. Так, в общем, этот узел мы собрали. Тормозные колодки. Одеваем, пружинку проворачиваем. Одеваем. Сейчас. Как всегда, по телефону вечно... Меньше на 17. Я не буду сейчас все это регулировать. В общем, вот так вот. Сейчас я колесо вверх ногами переверну. Есть, да? Вот у нас пыльник. Вот здесь есть маленький пыльник с резиночкой. Вот так вот вставляется. По-моему, на том видео у меня его и не было. Где я первую планетарку показывал. Одел. Затем идет звездочка. И звездочка стопорится. Ну, пока не буду. Сейчас я поставлю вот этот вот установочный комплект. Сейчас. Вот так. Так, я показывал, в него вставляется вот так вот эта вот штука. Я ее сразу сюда ставлю. Потом эту штуку вот так и замок. Сейчас я замок найду. Сухую. Вот, короче, смотрите, сейчас без смазки. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, вы так сделали, поставили. Если это все возвращается, значит, все работает.